Мы приехали в Академгородок. Сегодня будем отсюда снимать. Лень, красиво здесь? Мы сейчас направляемся через лес в ботанический сад. Теоретически, опять же. Мы надеемся, что он там есть. И мы идем правильно. Вот он, ботсад. Мы пришли. Тут очень красиво. Сейчас покажем внутренность этого парка, сада, как он выглядит. Значит, посмотрите, в лес можно только с его дорожки, но у вас по кругу идет. От нее отходят тропиночки так, в разные стороны. Вы по этим тропиночкам можете идти ровно до туда, где написано на земле, какая же рабочая зона или проход запрещен, или перегорожен таким парком, чтобы не перелазить. Сюда, пожалуйста, приятной прогулки. А можно нам рыбок покормить? Можно. Сейчас корм принесет мама. Все, не бросать. Я вам сейчас дам. Подождите минутку. Давайте, Руська. И ты, Максюш, ручку. Давайте. Давайте. Кидайте. Бросай. Бросай. Вот это да. Он может погладить. Давай, гладь. Гладь, гладь, не бойся, руку. Смотри. Чё они меня жбугают? А дальше рабочая зона. Только для сотрудников. Самое красивое только для сотрудников. Нам-то не положено. Что ж, пойдем обратно. Вот. Если их выдернут, они будут кричать. Как они в Гарри Поттере назывались? Лили, туда нельзя. Помнишь, которые выдергивали, они кричали? Помню. Тебе надо сегодня пересмотреть. Я не такая фанатка, как ты. Быстренько улыбайтесь. Ну ты вставай, и ты вставай. Очень красиво тут. Много разных таких пролетиков, в которые можно заходить. И в каждом из них такая своя тематика. Здесь почему-то стекла битые. Да, да, орешками. Все засыпано орешками. Орешков? Щелкают вечером? Даже я любитель, сколько не щелкаю. Очень классно здесь. А здесь что? Лесенки? И куда-то под землю уходит. Вон наверху. Давай. Лиль, толкни. Толкни. Все, проходим. Напоминает игру Сибири. Давайте все наклонимся. Да, заходи сюда. Это что на полу? Это орешки? Вот такая вот красота здесь. Максим! Сюда! Сюда! Собака, да? Ой, еще дядька. И дядька дровосек, да? Дровосек. Макс, трогать руками здесь не надо. Такие ощущения, что я прям там сейчас нахожусь, потому что вообще вот в Сибири прям игра. Сибирь, часть 3. В Новосибирске, похоже, будет сниматься.
мы все еще в ботаническом саду, и тут все еще классно. Это принцесса. Сейчас мы идем на озеро, будем там искать уток. Нам сказали, там очень здорово, прям советуют сходить после этого парка, в котором мы только что были. Вот, и после этого озера мы пойдем покушаем и продолжим наше мероприятие. Пришли к пруду. Уток что-то особо немного. Ничего себе! Тут а такая андатра здоровая. Да. Ты знаешь, я чуть штаны не наложил. Иди давай. Вот мы и впалили утку. Вон она. Ну давай что-нибудь в нее кинем. Или это нельзя так делать? Все, теперь мы пошли искать город на машину и кушать там будем. Что уже время там 2 часа. Пора бы уже пообедать. Да, здесь он сказал 700 метров в горку всегда. Здесь 700 метров по прямой всегда. Но здесь более живописно, а здесь просто прямая дорога. А я говорю обратно, он говорит, а обратно 3,5 километра. Я ощущала помощь, так это тяжело. Стойте, я вас сфоткаю всех. Стойте, пап. Сейчас мне кто-то замутит. Что написано? Ты переведи. А я маме тебе тортик соубала. Все очень здорово здесь. Подзаделили теперь. Масштабы парка просто поражают, да? Чего не встретишь в Академовском лесу? Наташ, съемки «Властелин колец», 4-я часть. А че нет? Идем на запад, к машине. Вот сейчас я поехал за парковую машину, к ресторанчику и... Пойдем кушать. Желаете на улице присесть? Да, мои где-то здесь должны быть вон. Поэтому вот так-то. Всем пока. Идем домой.